Но долго сохранять автомобиль в первозданном виде бывает непросто, учитывая наши дороги и наш климат. Осень только вступила в свои права, поэтому какое-то время мы еще поездим на летней резине. А ведь ей сейчас не сладко. Холодные ночи, дожди. Состояние резины в этот переходный период имеет особое значение, так как это вопрос безопасности. Но есть еще одна напасть, которая не зависит от времени года. Это так называемая грыжа. Ей подвержены практически все виды покрышек, независимо от размера и назначения. На внешней стороне обнаружить ее несложно. А если грыжа появилась на внутренней? В любом случае, выдает ее дисбаланс и как следствие вибрации на руле, если пострадало переднее колесо. А вот если машину будет немного потряхивать на минимальной скорости, то проблема на заднем. Чаще всего виноваты мы сами. В первую очередь, это резкие удары. Во время движения не обратили внимания на небольшую яму с острыми выступами. Или наоборот, наехали на лежащий на асфальте крупный предмет. В результате этого корд может порваться. Вторая причина, это самая распространенная, это когда автомобиль паркуется к бордюру близко. Боковая часть покрышки цепляется за кромку бордюра. Третья причина – низкое давление в шинах. Здесь корд находится в неправильном положении и также могут появиться шишки. Самое главное – не пропустить момент возникновения грыжи, потому что проблема – это прогрессирующая. Колесо с таким дефектом может просто лопнуть во время движения, что приведет к моментальному спуску и полной потере управления со всеми вытекающими. А если вы заметили грыжу на колесе уже в дороге, далеко от дома? Правила дорожного движения в этом случае разрешают вам движение до места ремонта или стоянки. Если грыжа очень большая, то, конечно, лучше сразу поставить запаску или докатку. А что делать с поврежденным колесом? Возможен ли ремонт? Ведь стоит покрышки недешево. К сожалению, такая автомобильная резина не пригодна к эксплуатации. То есть шину придется менять. А вылечить, как правило, это невозможно. Больше всего таким болезням подвержена низкопрофильная резина, которую устанавливают на автомобили с мощными моторами. Это могут быть легковые седаны и люксовые внедорожники. У нее нежная боковина, а значит, она больше склонна к образованию грыж. А вот высокопрофильный аналог имеет более толстый корд, и такие проблемы случаются реже. Очень скоро мы будем переобуваться. Поэтому в это короткое непростое межсезонье постарайтесь аккуратно доездить на летней резине, чтобы весной не пришлось докупать новую покрышку.